Добрый день, меня зовут Доронин Иван Александрович, я являюсь преподавателем компьютерного центра специалист при МГТУ имени Баумана по направлению Apple. Хочу пригласить вас на мой новый курс использования мобильных устройств от Apple в корпоративной бизнес-среде. Для кого предназначен курс? Курс, в первую очередь, предназначен для сотрудников различных фирм, наших корпоративных клиентов, а также для учащихся и студентов, которые используют свои iPhone, iPad в работе и учебе и хотят повысить эффективность использования данных устройств. В чем преимущество этого курса? Во-первых, курс предоставляет слушателям максимально подробную информацию об эффективном использовании iPhone, iPad в бизнес и учебной среде. С его помощью вы сможете систематизировать знания о возможностях iOS-устройств для коммуникации с клиентами, для удаленного доступа к компьютеру, бэк-офису, для создания и проведения презентаций и мобильного документооборота. Также вы сможете понять и реализовать процесс интеграции iOS-устройств в бизнес-процессы вашей компании, повысив производительность труда и позволить оптимизировать работу ваших сотрудников. Жду вас в центре специалист на моем новом курсе. Спасибо.